Всем привет! С вами Однорукий Борис, и мы с вами продолжаем проходить игру Castle Wolfenstein. Вообще, самая первая 81-го года рождения выхода. Ну, рождение, выход, ну, главное, чтобы вы все понимали. Вот, в прошлой серии мы сделали дофига попыток, я тут чуть-чуть начал осваиваться, как видите, я уже тут стою в форме. Меня никто трогать не будет, кроме как солдат в зеленом бронежилете. Вот, мы с вами ищем планы военные. Вот, для этого нам нужно лутать сундуки. Вот. Так, ну, погнали. Тихо. Опа, ну-ка, давайте. Тут у нас что? Ага, тут у нас еще одна комната, да? Так, я хочу здесь все сундуки собрать. Это, если что, мы пока что в самой первой комнате находимся, да? Так, вниз идем. Все. У нас пистолета нет. Ой-ой-ой, он меня заметит, нет? С пистолетом-то. Вот так вот. Да, ну-ка, а что если я вот так вот сделаю? Ага, ясно. Тут и формы у меня не будет тогда, и вообще ничего. Ясно, понятно. Escape нажимаю. И опять Ctrl-N, Ctrl-N, и еще одна попытка, да? Блин, это уже по счету вторая попытка, когда все так хорошо... Так, подходи. Ой, не знаю. Да, ребята. Чё-то мне с этой игрой, как бы, ну, пока что не везет. Именно что не везет, потому что рандом. Хотя предыдущая попытка это, ну, не то чтобы рандом. Надо было просто шлепнуть того. Фрица. И тогда было бы все нормально. Вот. Вот, все эти серии пока что, вот до этой, включая эту, я записываю разом. Почему так происходит? Потому что в игре нет сохранений. Игру надо проходить вот за один раз. Вот. Не получилось за раз, начинай сначала, короче, все. Медали. Медали нам не нужны. Так, ну-ка, давай-ка. Так. Ну вот, как видите, тут
хотел быстренько прицелиться, так как управление здесь неудобно, это сделать очень-очень сложно. А, слушайте, они тут за дверью, да? Это замечательно. Вот пускай за дверью и ходят. Буллиц. Ну, давайте возьмем буллиц. Тихо. Так, идем. Ой, друган, хорошо, что ты за дверью там ходишь. Просто замечательно. Ты только к двери не подходи, не открывай ее. Иначе мне капец. Хоть бы форма тут была. Как бы, знаете, я рассчитывал, что здесь будет серии 2, может быть 3. Вот, но на самом деле что-то как-то растягивать особо тоже не хочется игру. Это я тут уже стормозил. О, не-не-не, пацаны, вас тут довольно много. Вот вы понимаете, в чем сложность. Так, давай, лови меня. Все заново. Все заново. Да ладно, вас тут четверо. Да вы прикалываетесь. Шо ж так жестко-то? Такой жесткий рандом получается. Так, тут надо вот этого вальнуть. Этого мы вальнули, потому что ключи у него были. Вот, блин, еще 200 секунд ждать. За это время вот этот чел может выйти, открыть дверь и спокойно нас укокошить, шлепнуть. Но, слава богу, он пока этого не делает. Слышишь, давай быстрее открывай. Вот вы прикиньте, сколько тут надо за сундуком стоять, открывать его. Именно поэтому нужно тут, если видишь ходящего рядом чела и сундук, надо сначала шлепать чела. Вот, если он, конечно, не за дверью, как у нас тут. Только, пожалуйста, давай униформу. Нет. Это, короче, гранаты.
Да почему Steel Locked? Ну вот, видите, надо... Надо, короче. Слушайте, а может быть надо гранатой было кинуть? Не знаю. Ну ладно, раз уж начал заново, значит заново. Так. Хорош. Так, 8 bullets in case. Я, короче, сразу бегу открывать, потому что... Да... Да почему Steel Locked? Неужели граната нужна? Я ж ключи подобрал. Что за игра такая? Ладно, может быть, когда-нибудь я сделаю очень большую серию, в которой я все-таки прохожу всю игру. Может быть, даже эта серия будет большой. Я не знаю, посмотрим. Потому что уже 12 минут я тупо не могу пройти. Так, хорошо, гранаты. Так, допустим. Как кидать гранаты? Ладно. Ctrl-N, Ctrl-N, опять К. Я не знаю, что делать с дверями, которые Steel Locked. Ключами ты их не откроешь. Вот, а вот это вот мне нравится. Это очень даже хорошо. Так, я стану вот здесь, потому что я... не открываю сундук, а обыскиваю трупик. Так, если будет униформа, опять же, будет проще. Это я, ладно, брать не буду. Почему-то меня вот с этим самым... С бронежилета меня как бы, ну... Это самое, палит. Поэтому лучше форму надеть. Или, может быть, с бронежилетом не это самое, тоже не палят. В любом случае, если кто знает, напишите в комментариях. Вот, буду я дальше использовать бронежилет или не буду, это уже там как получится. Просто вот информация интересна. Вот, мало ли еще плюс кто захочет поиграть в такое. Ну, мало ли есть люди такие же, как я. Вот, они как бы посмотрят, будут знать. Вот, а мы продолжаем открывать сундук.
Обычно в играх как? Если сундук долго открывается, значит в нем что-то хорошее лежит. Если сундук быстро открывается, значит там какая-то фигня ненужная. И тут у нас униформа. Вот так бы вот всегда, вот сразу первая комната, и в первой комнате у нас униформа, короче. Вот это нам вот с самого начала ведет. Так, отлично, замечательно. Я надеюсь, что нам будет вести дальше также. Так, ну давай, открывай. Вот чтоб там планы военные были. Еще бы она так долго открывалась. И что у нас в сундуке? Пусто. Так, сейчас. Сейчас мы его дождемся и хлобысь. Все. Хорош. Так, еще раз серчим. Ладно. А вдруг здесь вот в этом сундуке военные планы будут? Он у нас откроется быстро. И военные планы будут. Класс. Что в черном ящике? В зеленом, точнее. Так, ну ладно. Идем наверх. Так, давайте я сделаю вот так вот. Как я их, да? Ну, хорошо, окей. О, нифига себе, как он тут быстро открывается. Шнапс. Шнапс нам не нужен. Попробовать их... того, да? Давайте попробуем. Или не надо. Нормально. Просто, как я понял, если при них очень близко открывать сундуки, они могут это самое запалить.
и сразу шлепнуть. Да? Так, серия у нас уже 20 минут идет. Я думаю, что на всякий случай сделаю серию побольше. Вот, и посмотрим, как будет все продолжаться. Вот, я, конечно, не супермастер этой игры. Никогда в нее не играл до вот этого прохождения, да? И поэтому... Ну, я тут не спидранер, не киберспортсмен, понимаете, да? Да, и, кстати, я вспомнил, у кого я смотрел это прохождение. Это GTA Man. Да. Конечно, я до него тоже хотел вот эти вот... вот эту часть Вольфенштейна пройти, но что-то мялся, потому что старая игра, как в нее играть, я пока не понимал, а у него посмотрел, ну и как-то более-менее стало понятно, как надо было проходить это все. Пусто, блин, это надо было... Тихо, подожди, все, хорошо. Это был контрольный, хорошо. Так, ладно. Да, наставляем пистолет на сундук и говорим: гони деньги. Гони форму, гони военные планы. И сундук такой: нет, у меня ничего нет. А мой муж: все, у тебя есть, гони быстрее. Блин, ну, конечно, в тайминге это да. Ну, это хорошо, что в секундах, блин, а не в минутах, прикиньте. В минутах ждать, пока я там все подберу, блин. Вот это, конечно, прикол был бы. Так, а меня интересует, вот я... Я тут был. Так, ну хорошо. Идем сюда. Здесь мы были. Внизу были? Внизу тоже были. Так, это меня немножко отвлекли, поэтому сейчас я чуть-чуть. Ну-ка. Либо сейчас вниз, либо вбок. Так, хорошо. Тихо. Интересно, они же меня самозапомнят. Нет. Давайте вот так вот попробуем. Блин, вот это я, конечно, накосячил. Ладно, я думаю, что пока что на этом мы с вами остановимся, да. И следующие попытки мы будем делать в следующий раз. Я вон даже Ctrl-N и Ctrl-N нажму. Вот, ну что ж делать, ну зря я полез, конечно. Вот, можно было просто пройти. Чё я полез? Да? Короче, ладно. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Ссылка есть на нее в описании. Ну, а мы с вами увидимся в следующей серии.
Это была игра Castle Wolfenstein 81 года. С вами был Однорукий Борис. Всем удачи и всем пока.